Карелии снова ищут алмазы. В этом году на наличие кимберлитовых пород проверят Лоухский район. Холдинг «Росгеология» уже заключил госконтракт на соответствующие работы. Геологоразведка запланирована на этот год, но вердикт специалисты вынесут только через 2 года. А в Кондопожском районе может появиться новое месторождение конгломерата. Это горная порода, которая применяется при любых видах строительства. Конгломерат представили на международной выставке «Карельский камень», которая открылась сегодня в Петрозаводске. Юлия Кучеренко продолжит. Конгломерат – горная порода, которая представляет собой сцементированный гальку и окатыши. Такого конгломерата с зеленоватым оттенком в мире практически нет, рассказывает инженер-геолог Василий Калмыков. А вот в Карелии, в Кондопожском районе нашли. В ближайшее время начнется добыча камня. Проблем с реализацией быть не должно. Уже на выставке камнем заинтересовался представитель Индии. Когда проявляет интерес представители Индии, это показатель того, что камень интересен именно в будущем на мировом рынке, не только на карельском или российском. Всего 40 компаний принимают участие в выставке в этом году. Не только из Карелии, но также из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Выборга, Иваново, Орла, а также иностранные гости. Горнодобывающую промышленность называют здесь, как и принято на подобных выставках, одной из ведущих отраслей экономики. И она могла бы приносить немалую прибыль, ведь природа подарила нам множество богатств. Но есть ряд проблем. Горнопромышленники говорят, объем перевоза камня сильно снизился. Материал есть, но перевозить его сложно. Признают это и в правительстве республики. Сегодня самая главная проблема, которая на сегодняшний день уже решается на уровне Российской Федерации, на уровне правительства республики Карелии, это повывозки щебня по установлению тарифа железнодорожья на вывозку щебня. В ближайшее время выйдет нормативно-правовой документ, который наведет, так сказать, сократит это кратчайшее расстояние пути и в конечном итоге даст уменьшение тарифа по вывозке щебня. Однако смотришь на выставку «Карельский камень» и душа радуется. Пенные напитки и закуски уходят здесь на ура. Правда, на вопрос, почему на выставке, посвященной горнодобывающей промышленности, такие необычные экспонаты, нам ответить не смогли. Я не могу владеть такой информацией. Сообщается, что выставка «Карельский камень. Дороги Карелии» на протяжении многих лет остается важнейшей платформой для взаимодействия в данной сфере. Может теперь и не гадать, откуда у нас проблемы в этой отрасли. Юлия Кучеренко, Александр Борисов, телеканал «Ника плюс».